Спасибо, Ксюша! Привет, Ксенечка, привет! Мы сегодня с Ксюшей, пока папа и Надюша и Максимка заняты, мы решили им приготовить ужин. Да, и нам в этом будет помогать вот такая вот барбекю. Ксюшечка, ты что любишь кушать? Картошку фри. Картошку фри любишь кушать? Да. Что, попробуем пожарить? Ксюшечка, вот тебе картошечка фри. Возьми вместе с тарелочкой, поставь на барбекю. С тарелочкой так ставь. И включай. Что-то там не помещается. Не помещается? Нет. И что мы теперь будем делать? Ну хорошо, сейчас нам в этом поможет чудо-печка. Давай, раз. Два. И чудо-печка. Ух ты, ба-бам! Печка появилась. Что, теперь попробуем поставить туда картошечку? Да. Ну давай, открываем. Ставь картошку, Ксюша. Закрывай. Вот так. И включай. А теперь садись и подождем. Раз. Два. Три. Картошка шли. Пали. А я на уже получила. А ну давай посмотрим, что там получилось. Картошка фри. Как это картошка фри? А ну покажи нам. Ух ты, вы видели? Действительно картошка фри получилась. Ксения, так ты волшебница. Давай. А теперь нам надо сделать для папы. А папа у нас любит... Салат! Салат! А для салата нам нужна морковка. Морковка и салат. Ну что, Ксенечка, я даю тебе вот морковку с капустой. А ну давай ставь в мультиварочку нашу чудо-печь и посмотрим, что получится там. Раз ты у нас волшебница... Закрывай. Па-бам! Нажимай на кнопочку. Все. И ждем. Садись. Раз. Два. Три. Пи-пип. Наверное, уже закончилось. А ну, давай посмотрим, что там. Ну, давай, смотри, Сенечка. Смотри. Раз. Два. И что там получилось? Уф. Ух ты, салат корейский, папин самый любимый. Вот это вкусно будет папе. Хорошо, это мы сделали папе, это мы сделали. Бутерброды еще. Садись, Ксения, бутерброды для Надюши. Надюша очень любит хот-доги, и мы сейчас ей сделаем хот-дог. И она завтра утром возьмет его с собой в школу. Да. Я хочу. Для бутербродов у нас есть вот такие вот булочки. Но у нас мы пошли в магазин, Надюша любит хот-доги, но не было. Мы купили батон и мы его разрезали вот на такие поменьше части. У нас есть кетчуп и сосиски. И мы сейчас это все отправим в нашу чудо-печку. И посмотрим, что получится там. Какой хот-дог выйдет. Да? Ну что, Ксюшечка, продолжаем, да? Да. Давай, загружай. Одну сосиску. Ставь одну сосиску. Ставь кетчуп и одну булочку. И посмотрим, что у нас там получится. Закрываем, нажимаем и ждем. Садись, Ксения, мы тебя не видим. Раз. Ксюша, а что ты любишь больше всего кушать? Расскажи нам. Какая твоя самая любимая еда? Картошка фри, еще что? Я люблю мясо. Мясо еще? И сосиски. Сосиски любишь? Да. Ну да, они очень вкусные. Я тоже, когда была маленькая, их любила.
Ну что, еще? Что еще любит Ксения? Максим любит что? Что любит Максим, кстати? Давай подумаем, что мы приготовим Максимке. Максимка у нас любит сладкое. Максим любит шоколад. Воу, точно! Мы, наверное, сделаем шоколадку. Что, Ксюша, там уже, наверное, приготовилась? Давай, открывай крышечку и посмотрим, что ж такое вкусное там получилось у нас. Надины любимые. Давай, Ксения, показывай. Давай, мам поможет. Смотри, что у нас получилось. У нас получился хот-дог для Нади. Будешь пробовать хот-дог? Хочу сосиску. Ты хочешь сосиску? Да, ну сосиску вкусно. Нам осталось Максимке вкусняшку приготовить. Шоколадку? Нет, мы ему сделаем зефирки. Вкусные-вкусные. Для этого нам понадобятся зефирки маршмеллоу. Ксюша, вот есть у нас зефирки маршмеллоу. Мы сейчас возьмем с барбекю эту палочку. И вот так вот нанизывай давай. Я сама. Ну давай попробует мама. Нет, давай вот так вот поставим и потом сюда. О, точно. И потом мы включим. Ой, вкусно пахнет, Сеня. Ну да, вкусно, вкусно. Я тоже хочу попробовать. Давай, включай свою гриль. О, включила Ксенечка гриль свою. А ну, давай считать до трех. Раз. Два. Три. Что, Ксения, там получилось? О, настоящие зефирки получились. Даже две. Но это будет Максимчику и Ксюшечке. Да, Ксюша? А ну, попробуй. Вкусно? Давай позовем Надю, чтобы Надя попробовала хот-дог и оценила наши старания. Давай. Зови, кричи. Надя! Надя! Я приготовила тебе хот-дог. Надюша, да. Иди давай попробуй хот-дог. А давай, пока Надюша не идет, давай Максимчика позовем. Максимка! Максимчик, иди попробуй, что Ксюнечка тебе приготовила такую вкусную зефирку. Залази давай. Мы уберем барбекю в сторону. На, Максимчик, смотри, что Ксюша приготовила. Скажи спасибо Ксюше. Ксюша, где? Вкусно? А ну давай пробуй, сейчас еще Надюша придет. Двигайся. Ой, Надюша пришла. Двигайся, Максимка, Надюша сядет. Двигайтесь. Это мне? Да, Надюша, сосиска. Смотри, что Ксюша приготовила. Вау. Да, она старалась для тебя. Ну что, вам нравится, как Ксюша постаралась? Да. Максимка, покажи Ксюше класс. Да. Вкусно? Да. Ну, Максимчик, все, вот там его так в барбекю видно. Макс, привет. Привет. Как дела? Привет, привет. Ух ты, какой злюн. Мальчик, привет. Вкусно, детки? Да. Какая наша Ксюша молодец. Осталось только еще папу позвать и салатом накормить. Да? Папа! 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 А Ксюша решила зефирку кетчупом закушать. Ну что, друзья, понравилось вам наше видео? Да. Обязательно поставьте лайк. Да. А если вы не знаете, как поставить лайк, попросите родителей взрослых. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе наших новых серий. Вы их никогда не пропустите. А новая серия уже выйдет завтра. Всем пока!